В императорском зале Казанского федерального университета прошел бесплатный концерт «Страницы европейской камерной музыки». Концерт организован при участии Казанской государственной консерватории. Гостей мероприятия ждал репертуар из композиций Шуберта, Мендельсона и Шумана. Исполнителями выступили народная артистка России Ирина Бочкова, скрипка, и лауреат международных конкурсов Ольга Пятницкая, фортепиано. Ирина Бочкова является профессором Московской государственной консерватории имени Чайковского и заведующей кафедрой скрипки. Она выучила множество всемирно известных скрипачей, лауреатов международных конкурсов. Подобные мероприятия проходят в КФУ регулярно. И помимо научной деятельности, в жизни Казанского федерального университета также должно присутствовать и искусство. Артем Тупичкин, Леонардо Влетьяров, Универньюз.